Весна на Заречной улице начнется в Ульяновске осенью. Городской фестиваль творчества под таким названием пройдет в День города 13 сентября. Если ограничительные меры не снимут, часть мероприятий будет в режиме онлайн. Желающие участвовать в фестивале должны до 15 августа отправить заявку на электронную почту и прислать видеозаписи творческих выступлений. Их просмотрит жюри и до 1 сентября сформирует список участников гала-концерта. Дополнительную информацию можно получить по телефону 27 80 71.